Друзья, всем огромный привет. У нас сейчас где-то около 8 часов утра. Скотина вся уже пасется. Быки, козы. Я занялся приборкой территории. Сейчас обкосил траву здесь напротив ЖЭКи. Мы должны будут привезти свежую срезку на зиму. Нам тоже привезут. Надо будет распилить вот этот старый горбыль, который здесь уже лежит давненько. Он уже начинает гнить. Поэтому надо все прибрать и привезут свежие срезки. У меня дровяник сейчас наполовину пустой. Надо будет подзаготовить дровишек. У ЖЭКи тут недавно было ЧП. Была гроза. И у него сейчас у телевизора нет звука. И радио сгорело. Мы тут ему магнитофон хотим отдать. То у нас все равно без надобности стоит. И ЖЭКи хотя бы радио слушать. Нет, а это поднимается, да, хрень, и туда диск вставляется. Да, там она идет с диском, а нет, и с этой, с радио. Нет, ну это хорошо. А как это, как, куда диск вставлять? Как чего нажимать, который кнопку? Вот это вот. Вот это, да? Ага. Нажимаешь, она открывается, да, там электронная. И диск. Все, здесь вот антенна для радио. А идет. Тут флешку можно, да? Да, там флешку можно делать. Ну, ни хрена себе, какой я богатый. Я счастливый. А то гроза была. Ну, гроза. Все вырубило уже. Телевизор сейчас показывает, но звука нету. Звуку нету. Смотрю только картинки и как в морге живу. Ну ладно, тогда. Радио накрылось. Компактное и мощное. Повеселее, вот. Быки, козы пасутся, тоже траву подъедают. Здесь поле большое, им хорошо, ходят, едят. Так, у ЖЭКи здесь немного осталось горбуля. Попилим, он потом перевозит все это. Потому что у него пила электрическая, тут не дотягивается, я ему тут сразу же наширкаю, он все перевозит. А там уже
распилим туда, на тракторе потом подъеду, все перевезу с этой кучи. Здесь куча побольше уже. Здесь тоже пилили, отпиливали. Жека тут тоже берет, таскает этот горбыль. Он хорошо уже сухой, ему даже сохнуть не надо. Напилим сразу же в дровяник его. А та гора срезки, которая у нас была вот там вот, где стройматериал у меня, все, мы ее уже под ноль спилили. Там я то, что от бабы Гали привозил, доски, там у нее веранду разбирали. Все это тоже уже я там распилил, сложил. И здесь там доски остались, которые куда-то могут на стройку уйти. Все, а срезки уже нет. Поэтому надо будет тоже заготавливать все. Привезем срезки, она пока будет сохнуть. Где-нибудь здесь тоже на поляне оставим. И там уже кибот. Все, выехал диск. Даже диск еще остался. Все, он там против кнопка. Это включение-выключение. Вот это? Ага, это выключить его, включить магнитофон сам. А это? Так, там сейчас радио. Ну-ка, давай сейчас попробуем вот так вот поиск включить. Вот она потихоньку. И сейчас попробуем. Ладно, найдет, если антенны нет. Один, вот. О. Кого ты там увидел? Я вообще там никому не вижу. Отсвечивает. Так, сейчас попробуем переключить режимы. Так. Классик. Ты эту включи, трын-дрын, которая вот с диском. Да, я сейчас так смотрю. Тут отсвечивает, плохо видно. По режиму. Что, тебе зонтик открыть? Да нет, так был сейчас. Зонтик тут что-то нет, уже кончился, ушел куда-то, видать. От дождя прятаться. Так, вот этот звук сейчас добавляется, оно показывает. Что-то чик-чик. Звук прошел, да, какой-то? Ну, щелкнул. Чего-то в какую-то сторону. Сейчас попробуем, перевернем. Новогодний сюрприз. Может, так зачитает. Ну что, читает чего? Читай давай, мать твою, идти. Может, диск уже все. Да что ему все будет-то, диску-то? Поцарапался, может. Да это ерунда все. Он поцарапался, он будет заикаться просто, а так дальше играть будет. Значит, что-то не работает. Попробуй свои, давай твои попробуем. Сейчас, подожди. Так. Вот эти попробуй, они, может, что. Ну, это фильмы, но она все равно должна крутить. А это не CD же диски, она не будет, это DVD. Он их не читает, DVD-то. Ну, этот, ну это да, поцарапано уже. Да это херня поцарапана. Так, что там пишет? Сидирет. Ну что, заслышишь, закрутил? Я не могу музыкальные сейчас найти, но я забыл, куда их положу. Я у себя потом тоже посмотрю, что-то может есть. Не, не воспроизводит. Mm-hmm. Так, сейчас. Я уже убрал. Я сейчас, нет, я тебе сейчас радио включу. Ну, радио включи. Thank you.
И добавим зелени для аромата. Как хорошо пахнет петрушкой. Закроем крышкой. Вот скоро опять огурцы сейчас нарастут, надо будет солить. Заготовок начинается. У нас погода немного подпортилась, стало прохладно, моросит дождик. Дождик очень мелкий, он такой как пыль. И то, что стало попрохладнее, это даже хорошо. Сейчас можно уже начинать спокойно работать. Когда была жара 40 градусов, там не то что работать, там на улице было находиться тяжело. Потому что мы к такой жаре не привыкли. Ну, у нас 25-30, для нас это жарко. Но когда 40 на солнышке, то это уже перебор. Сейчас в районе 15 градусов так вот держится, то потеплее, то попрохладнее. Ну, дождик моросит, с таким дождиком спокойно можно работать, лишь бы он не расходился только. Крыша вон намокла и тут же начинает сохнуть. Она такая полусырая, полусухая. Потому что все равно жара была, дома тепло, все прогрелось, поэтому до сих пор
нормально. Сейчас хорошая погода для картошки, чтобы она росла. Смочила, картошечка уже поднимается. Сейчас, кстати, сходим, посмотрим, как она там. Ну вот, друзья, как видите, картошка хорошо поднялась, особенно после того, как мы ее окучили. С ней все хорошо, растет. А то многие переживали опять, что урожая не будет. Мы картошку еще на раз можем потом окучить, пройтись, земельку взрыхлить. Все, картошечка растет. Все как всегда. Мы так садим каждый год. И урожай потом у нас хороший. Какой урожай, можете посмотреть в прошлых роликах, которые прошлогодние мы снимали. Урожай мы собираем хорошие. Конечно, они из года в год разные бывают. Все зависит от года, какая погода. Все много разных факторов. Но, тем не менее, не было такого года, чтобы там картошка не уродилась, не успела вырасти. Все нормально. Вот такие хорошие кустики здесь стоят. В курятнике сделал курам подстилку из травы, чтобы они на нее ходили в туалет, и потом можно было все сразу же с травой убрать. Дождик как назло разошелся, уже не моросит, а поливает. Даже он с крыши закапало. Еще хотел сказать, что с подъемом дома мы закончили. И сейчас следующим этапом, как я и говорил, надо будет подкладывать камни под дом. Этим мы хотели заняться сегодня, но в итоге погода нам не позволила. Я надеялся, что тот моросящий дождик, он просто закончится. Но в итоге вот он перерос в такой хороший дождь,
который поливает уже несколько часов, а время уже ближе к вечеру. Так что он может до самой ночи будет этот дождик идти. Это вот такой вот затяжной дождь. Они бывают и сутки, и двое суток идут. Но надеюсь, что завтра дождя не будет, и можно будет заняться уже вот этим первым углом, привезти с речки камни. Мне будет помогать папа, дедушка еще должен подъехать, и вместе будем работать, потому что работы много, работа тяжелая, надо будет ворочать большие камни. Но я думаю, что основную работу мы будем делать трактором. Там уже в процессе все это подделывать, подгонять. И подъем дома я закончил вот буквально в последние жаркие дни, работал вечером понемногу, и в общей сложности, вот с последнего раза, когда я показывал, что поднимаю дом, я его поднял еще, ну, в среднем на 2 штока, наверное, где-то 1,5-2 штока у меня получилось, плюс там сколько еще проседало, где-то вошло 2 50-ки, наверное, у меня. И поднял я дом с запасом, немножечко сделал, потому что он все равно потом в процессе будет давать осадку, когда будет ложиться на камни. Камни тоже потом будут уходить немножечко под землю. Я решил сделать, ну, такой небольшой запас, чтобы он потом выровнялся ровно и можно было уже заниматься обшивкой внутри по ровным стенам. Но домкраты нам еще понадобятся. Тут вон курица зашла, они, кстати, тут вот любят покопаться. Домкраты нам еще понадобятся, надо будет их установить вот сюда, примерно вот в это место, сюда за доски, приподнять этот угол, убрать все доски, там все вычистить, положить камни и потом уже домкраты отпустить, чтобы этот угол лег на камни. То есть там потом в процессе все это покажем, там сами все увидите. И когда я отсюда вычищал землю, а я ее вычищал все начисто, убирал, куры тут накопали. Ну и когда поднимал домкратами, вот последний раз тоже земля сыпалась. Ее всю надо будет вычищать, но будем делать это по ходу. То есть непосредственно занимаемся этим углом, там все вычистили, убрали землю, вывезли, положили камни, потому что она постоянно осыпается. По чуть-чуть, но сыпется. Да и куры тут любят копаться, сейчас у них это излюбленное место. Что-то там ищут, ходят, копают, и соответственно вот земля появляется. Вон тут вот сейчас только что копались тоже. Ямку накопали, корешки. И в процессе вот подъема дома с ним ничего не произошло. По крайней мере, я не заметил. Хотя была такая вероятность, что дом может там рассыпаться, появиться щели. И, кстати, вот там на веранде, сейчас тоже зайду, покажу изнутри, как все выглядит. Дом-то приподнялся, там, соответственно, была заваленка, от заваленки бревна отошли, и появилась большая щель. Сейчас я вам покажу, как там все выглядит внутри. Вот она, эта огромная щель, которая образовалась между заваленкой и домом. Там вон в углу видно доски, на которых стоит угол, и видно, как эта часть заваленки уходила под землю вместе с углом дома. Она сначала здесь вот раскололась, и потом процесс уже пошел намного быстрее. Эта часть заваленки более-менее ровная, она хоть еще как-то держала изначально, но когда вот эта заваленка раскололась, то процесс пошел уже намного быстрее, потому что ничего не держало, направление было задано, и угол уже стремительно пошел под землю. И поэтому сейчас вот образовалась такая щель в процессе подъема. Дом-то выровнялся, а заваленка осталась внизу. Сейчас надо будет еще убрать вот эти нащельники и посмотреть, нет ли там щелей. Потому что так вот визуально на камеру, я думаю, что это не видно. Но бревна, они таким как, ну можно сказать, коромыслом. Коромыслом условно, не настолько уж они сильно загнулись. Но у них есть направление. Как вот дом оседал вот этот угол, так и бревна загнуло. Поэтому там могут быть щели. И все равно все эти нащельники надо будет убирать. Все здесь хорошо утеплять. И эту стену я планирую обшивать вагонкой, чтобы было красиво и тепло. То есть здесь этот утеплитель, который у нас будет, его скрыть. И внутри будет уже хорошее, красивое, свежее дерево. Когда какой-то из углов дома ощутимо уходит вниз по сравнению с другими углами, как в нашем случае вот этот угол, он очень сильно просел вниз, ушел под землю, то бревна начинает изводить и изводит их таким вот образом. То есть они идут вот такой дугой. Происходит это все очень медленно. Вот этот угол у нас проседал на протяжении 100 лет. И сейчас, когда начинаешь поднимать дом, то получается вот это вот коромысло, которое получилось из бревен, оно на глаз его даже видно. Но оно прям не такое вот, что его сильно завернуло. Но видно, что бревна немножко стали кривые. То когда начинаешь поднимать угол дома, пусть ты это делаешь по чуть-чуть, там понемножечку каждый день, то это все равно не за 100 лет
это происходит намного быстрее, и из-за этого могут образоваться вот щели вот здесь вот, именно в том месте, где вот угол просел больше всего. Сейчас мы будем убирать эти нащельники и посмотрим, в каком состоянии швы, в каком состоянии вот эти вот зазоры между бревнами. Мы все равно в любом случае все здесь будем утеплять и делать, но вот так вот визуально что-то критичное здесь не произошло. То есть в целом все нормально с той стороны дома, там вообще как бы без изменений. Так, сейчас будем отрывать и посмотрим, что там происходит. Так, мы, убрав первый нащельник, видим, что здесь никаких щелей нет, все нормально. То есть все опасения были напрасны. В процессе подъема дома щелей не образовалось. Вот, и здесь тоже все нормально. Вот так вот выглядит шов крупным планом. Здесь даже, в принципе, и утеплять-то ничего не надо. Кате дождик не помеха, она вышла вишню пособирать, и вон там плохо видно, она за кустами спряталась, собирает вишню. Вишни в этом году вообще мало, ну и как и любых других ягод, уже не очень. Хожу. Я уж работу запланировала, нужно сделать, пособирать вишню, пока есть время. Сейчас уже вишня начала поспевать, и птицы уже объедают, и ягод в этом году очень мало, и она вообще мелкая. Пару банок компота сварим, то вперед. Яблок, может, тоже немного будет. Несколько яблочных компотов, несколько вишневых. Ну так вот у нас на этом кусту есть ягода. Ну, конечно, если там сравнивать прошлые годы, были когда урожайные, так там, ох. Я по ведру собирала. Ветки, они прям свисали от тяжести ягод. А здесь так, жиденько в этом году. Не особо много, а сливы так ее то и вообще нету. В этом году, наверное, вообще еще придется из ирги варить, из черемухи. Ирга, черемуха, смородина. Ну так, по чуть-чуть сварим. На следующий год зато, наверное, урожай хороший будет. Да сколько набрала-то уже? Вот, уже хорошо. Ну, банок на 5-6, наверное. Тут еще есть, сейчас пособираем быстро. Дождевики-то что? Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Что собрал?
все нащельники со стены оторвал, и честно признаюсь, что я даже немного удивлен, потому что стена в очень хорошем состоянии, хотя были большие предположения, что здесь есть щели. Но вы сами все видите, щелей никаких нет, и как когда-то давно ее конопатили, так все и осталось. Единственный момент, в некоторых местах здесь забиты тряпки. Но в любом случае все это будет еще утепляться. Здесь вот снизу тоже вот такой вот естественный утеплитель. С себя снял и туда законопатил. Так в целом самое главное, что нет больших щелей. Здесь когда-то было окно, потому что этой веранды не было. И это окно выходило вот соответственно на улицу в сторону. Его потом просто заделали, вставили бревна вот так вот. Здесь тоже все надо будет хорошо утеплить, чтобы не было никакой теплопотери. И потом уже обшивать вагонкой. Купили мы новую плитку, прошлое у нас проходило недолго, где-то около года, но ее также как раз к заготовкам тогда брали. Вырубились обе конфорки, и вот сейчас купили новую. Если что, это не реклама, купили мы эту плиту за свои деньги. В этот раз взяли уже не китайскую, это лысьва. Звучит надежно. Но что будет в итоге, посмотрим, насколько ее хватит. Надеюсь, что долго проработает. Там он где-то, кстати, вот он. Даже чек имеется. Что мы ее купили, и вышла она нам со скидкой 3420. Двухкомфорочная, одна помощнее, другая послабее комфорка. Сейчас все равно у Кати будут заготовки, надо много будет на плитке. Там подогревать, разогревать. Сейчас вот с компотиками. Ну и помимо заготовок, конечно, плита всегда нужна. Вишни мне всего хватило на 3 банки. 2 банок сейчас слила воду и буду варить сироп.